Вы понимаете, вам постоянно показывают какую-то хероту в телевизоре. Какие-то ебанаты пытаются пропиариться, показывать жареные какие-то, находят самые поганые места, поганые события. Вот, вот это Брюссель. Вот там впереди, за деревьями, находится авеню Луиза. То есть это, считай, что центр города. Справа за деревьями университет ULB. Вот сейчас час дня. Как вы видите, светит солнце. Мчатся автомобильчики, стоит вот дуб. Совершенно замечательно, небольшое, совсем минимальное количество людей занимается спортом, гуляет, все хорошо. Замечательный парк, чисто, приятно. Вот она такая Бельгия, вот такой вот Брюссель. Понимаете, на самом деле в городе 1 200 000, и в нем больше половины территории занимают такие замечательные уютные места. Это один из самых зеленых городов мира. Вот что надо снимать. Благодать, солнце, хорошие, красивые места.